Добрый день. Вот такая коробка. Давичи, летучий фрегат, деревянный пазл. Ну, вещь, конечно, чисто подарочная, развлекательная. Ничего больше себя как бы не представляющую. Вроде бы обычный пазл, картонный. Ну, здесь деревянный. Значит, что здесь внутри? Значит, внутри собирается вот такая картинка. Собирается она из деревянных пазлов. Значит, что здесь надо показать? Значит, упаковано все вот таким образом. То есть это все в картонку по упаковке. Значит, вот звук тут такой вот. Еще отдельный лазерной резкой сделанный предмет. А внутри нарезанный лазером. Значит, в упаковочке это так называемый подарочный их элемент, который собирается. Если там собираешь коллекцию, то можно заказать там какой-то отдельный деревянный пазл чисто для себя. Значит, чем интересен Давичи? Чем интересен Давичи? Вот эти все пазлы, они деревянные, сделанные лазерной резкой из... Ну, это, конечно, не совсем дерево, это все-таки фанера. Тем не менее. Значит, что? Нарезаны фигурки. Вот, пожалуйста, посмотрите. Поближе пододвину. Видите? Козел. Вот такой вот вырезанный козел. Или вот такой вот круг. И вот такие вот все элементы. А здесь их, вот конкретно в этом наборе их 130 штук. Они как бы, ну, не все повторяются, очень много уникальных. И вот из них уже собирается, собственно, рисунок. Вот, пожалуйста, летающий человечек. Вот я вам сейчас попытаюсь, вот, надеюсь, что видно. Сделаю отдельный обзор текстуры. У меня на канале Дзена можно будет посмотреть. Вот там будет это сфотографировано немножко поподробнее. Значит, вот это вот все дело собирается... как обычный пазл, только он деревянный. Вот еще, пожалуйста, тоже разные элементы, в том числе вот какой-то коврик такой. Вот это что у нас такое? А это у нас такая красивая корова, наверное. Вот. Что здесь получается? Вот все эти элементики, которые есть, если присмотреться на картинку, которая нарисована на пазле, они тут все эти элементы так или иначе присутствует. То есть лазерная резка сделана с расчета того, как нарисовано на картине. Получается, в результате вы, во-первых, собираете не картонные элементы, а деревяшечки, такие довольно увесистые, приятные на ощупь. Во-вторых, получается достаточно яркая, красивая картинка. И вот все это достаточно интересно и увлекательно собирать. Но, значит, так как это лазерная резка дерева, плюс все это упаковано в красивую деревянную коробку, то стоит это, разумеется, не совсем дешево. Вот эти вещи, конечно, они подарочные. Мы купили себе это, были на выставке, «Игромир» называется. Это выставка настольных игр, на которой можно поиграть. Вот еще покажу вам тоже кот. Вот котик, вот такой вот. Милый, прекрасный пазловский котик. И вот таких вот, или вот человечек. То есть можно и как игрушки использовать, и пазлы собирать. Ну, мы пазл собираем. Значит, были на выставке, там выставлялась вот эта вот фирма. Ну, пройти мимо невозможно. Мы, точнее, были на выставке несколько раз на такой. Вот, и в конце концов в один раз все это посмотрели, красиво ушли. Ну, в другой раз все-таки не выдержали. Значит, коробка из плотного картона. Коробка из плотного картона. И закрывается на такую магнитную защелку. То есть ничего никогда не потеряется. Вот так, хлоп, щелчком таким приятным. Очень такая подарочная, красивая вещь. Деревянные детали, как здесь написано, прочитай прям. Деревянные детали причудливых форм, вместо привычных деталей пазлов, фигурки зверей и птиц, драконов и диковинных рыб, королей и странников, звезд и планет, домов и городов. Сотни героев литературных произведений, сказок и сюрреалистических сюжетов. Но это, конечно, в зависимости от того, какой пак конкретно пазл собирается. Потому что тут сотен не будет, тут их всего 130 элементов. Но, тем не менее, пару где-то, ну, полтора-два часа где-то вот
на сбор этого пазла неторопливо, так спокойненько, если все разобрать, так все перемешать, вот вполне уходит. Хороший пазл, интересно, кстати, несмотря на то, что деревянный, значит, собирается очень хорошо, там удобно, все, детальки так щелкаются приятно, и потом не рассыпается. Ну, конечно, рассыпется в конечном счете, когда вы его сами захотите рассыпать, а так не рассыпается. Пазл Давичи, у меня летучий фрегат, вот, рекомендую, хорошая штука для того, чтобы провести время.